Привет всем, с вами Вика. Лечу в Катар. Впервые катарскими авиалиниями. И замечательное дело. Впервые лечу. Смотрите, сколько много места. Прям целый... Короче, не надо даже выбирать место такое, ну, чтобы побольше было. Смотрите, как классно. Обычный эконом-класс. Вот. Билет был совсем недорогой, дешевле, чем Люфтганза. Лететь будем 14 часов. Посмотрим, чем кормят. Курица с рисом. Там курицы мало, но очень вкусный рис. Обалденно вкусный. Булочка теплая. Вода канадская, наверное. Очень салатик. Такой салатик. Это какой-то десерт, не знаю, ну, конфетки. Ну вот это очень вкусно. Как в ресторане. Вкусно-вкусно. Жареный лук и такая увесистая, как бадья, она такая где-то на полкило тянет, наверное, ну может не полкило, но очень тяжелая. Как же я впервые ем в самолете еду, которая не воняет, ничего таким не отдает, знаете, специфическая еда в самолете, вот это как нормальная еда, как в ресторане приготовлена. Большой плюс. Единственный минус. Девушка проходила стюардесса, раздавала меню. На меня смотрит. У нее поднос с этими меню. И проходит мимо. Мне меню не дала. Прикиньте. Я в шоке. Она меня смотрит. И, а я сижу в конце. Ну, после меня стенка такая. И на меня такими большими глазами накрашенными смотрит. И идет мимо. Потом еще проходит опять. Опять с этими меню на меня смотрит. Обделила меня меню, мне пришлось просить другую. Принесите меню. Я рада, что я выбрала курицу. Там было еще говядина и вегетарианское что-то. Вот это очень вкусно, очень-очень. Похоже на индийскую еду, но это не индийская, это что-то арабское. Очень вкусно. Немножко слегка, слегка остренько, но так, как чеснок. Видите, жареная цибулька. Жареный. Все, пошла я кушать. Все было очень вкусно. Вот этого я попробовала, но я не люблю крем. Не знаю, там пальма или просто какой-то жир какой-то. Не люблю я вот такое себе суфле, крем забоенный. Салат съела, оставила морковку, я взяла морковку. Единственное, что вот картошка была не совсем готова. Сыровата. Вот смотрите, все съел. Подчистую. Очень вкусно было. Смотрим, что будет, чем кормить на завтра. Хорошо было. Там еще был сыр. Здесь я сделала бутерброд с маслом, был сыр. Наелась, доехала. Супер классно было. Салат был так себе, но он наедабельный. Им можно хорошо наесть. Ой, кушать можно. И вот это второе было очень вкусно. Очень-очень. Удивили меня. Завтрак. Это барбекю чикен, курица, салатик, какие-то фрукты, йогурт, булочка, там есть масло, сыр, шоколадка опять, сок. Сейчас буду дегустировать. Рис. Я не люблю ни горошка, ни морковки. Но сам рис очень вкусный. А вот это мясо, курица, это просто обалденно вкусно. Я не ожидала, что будет такое в самолете. Мягенькое, вкусное. Здесь был творожной крем Филадельфия. Масло я себе бутерброд сделала. Короче, с этим очень-очень вкусно. Плюс 5 плюсов Катару за еду. Очень-очень вкусно.
сейчас в лаунже Алмаха. Покушать я себе. Покушать, потом поеду в город. У меня отель снят. Смотрите, довольно много вкусняшек. Мой перелет был очень длинным. 14 с лишним часов. Надо подкрепиться. Сейчас буду дегустировать. Здесь такие вот quiet rooms, там, где можно поспать. Только что девушки одной говорили на информации. Здесь воздух выходит. Красивый аэропорт. Там бесплатно можно поспать. Очень пахнет духами со всех сторон. Так, такой вот лаунж. Я пойду в другой, потому что здесь еды мало. Пойду потом перейду в другой. Где я была. Позавтракать. Достаточно. Я хотела яйцо, но нету. Странно, так есть колбаска, все яйцо. Ладно, буду кушать. Хочу показать вам. Прикольно здесь компьютеры. Бесплатно можете себе полазить в интернете. Смотрите, какая интересная. Здесь телевизор, смотрите. Вот это family room для семьи. Вот это для мелких. Какой прикольный этот. Горка там. Тут лежит там вдалеке. Какой интересный аэропорт. Здесь тоже, видите, эти компьютеры. Да. Вот такой интересный, да? Я купила себе брелочки. Лампу Аладдина. Очень вкусно, но шоколадку Дайва не зажарю.
говядину. Не очень много этой говядины, но больше морковки. Вот, не знаю, что это такое. Сейчас будем пробовать салатик. Какой-то десерт. Я не голодная, я была в лаунже. Я покушала. Ну вот попробую, продегустирую, что. Там еще булочка была, она сказала, чтобы они несли мне. Не хочу я. Я не голодная сильно. Не могу понять, из чего, чем заправлен салатик. Такой постненький. Ну, наверное, уксус с маслом, не знаю, оливковым, что ли. Такой непонятный привкус у него. Немножко мелкого лука. Можно кушать, довольно вкусно. Но это блюдо надо называть не биф, а какой-то морковка с мясом. Ну, смотрите, сколько морковки. Мяса почти нет. Ну, вкусно, было довольно вкусно. Я летела сюда, было лучше еда, 100 раз лучше. Ну, надеемся, что на большом перелете будет вкуснее. А я пойду в лаунж и себе покушаю, так что мне не критично. Вот эта картошечка, она очень вкусная, довольно вкусная. Короче, на троечку. Еда на троечку в этот раз. Такой интересный десерт, взбитые сливки. Но я не поняла, что это зеленое. Непонятно. Оно не очень сладкое. И еще интересно, крем здесь сладкий, здесь не сладкий. Местами сладкий, да? Довольно неплохо. Все равно на троечку. В этот раз Катар себя не оправдывает. Так себе. Еда, да, к сожалению. Лечу домой. Я в аэропорту в Дохе, не могла не снять вот этих чудиков. Смотрите, какие зубы. Смотрите. Слышите, он меня реально напугал. Он движется, если к нему подойти. А ну-ка, этот перестал двигаться. Этот, сейчас. Укуси. Давай, алло. Не хочет. Ну что вы, это такие смешные, да? Аэропорт большой. Иду я в лаунж. 5 утра сейчас. У меня 3 часа времени. Вот. Поем там, кофе попью. Отдохну немножко. Вышли из самолета в автобус. Вот. И уже не было так жарко, как 2 недели назад. 2 недели назад это был дурдом. Уже жарко было, сейчас влажно, очень-очень влажно. Но сейчас 5 часов утра. Конечно, оно не очень жарко. Но уже немножко жара спала. 28 градусов сейчас. Опять этот мишка, ударенный лампой. Кто придумал такое? Ну, что он означает? Что-то он означает? Да? Где наш лаунж? Сейчас найдем. О, мне надо духи купить, да. Я приехала на таком поезде с одного терминала на другой. Смотрите, какой большой аэропорт. Я этой части еще не видела. По крайней мере, я не помню. Может, и видела. Не помню. Такой интересный этот. Огромный. Он просто огромный. Вроде маленькая страна. Даже 2,5 миллиона жителей нету. А какой огромный аэропорт, да? Я была в лаунже, поела, попила кофе. О, смотрите, еще внизу есть, видите, зал ожидания. Большой-большой-большой аэропорт. Не вокзал, а аэропорт. Здесь монорейл едет. Вот. Везде дьюти-фри, я духи купила. Надо же что-то купить. Я еще приеду в Катар, очень-очень хочу приехать. На пару дней хотя бы. Очень мне здесь нравится. Вот. Ну, зимой надо ехать. Сейчас чувствуется даже здесь влажно. Смотрите, такой деревянный дядька. Какой-то, слушайте, он большой. Не знаю, из дерева, но вроде из дерева, как бы обитый деревянными панельками. Пойду еще, у меня еще остались реалы, или как их там. Пойду еще куплю что-то. Ну, может, что-то найду, какой-то сувенир. Это тоже.
по терминалам, здесь нету работников вообще, там один человек ходит и все, больше никого. Вижу машины, там стоят, ну, людей нет. Может, он не рабочий, или старый, или строится еще, я не знаю, что это за терминал. Ну вот видно эти, как они называются, ну, по ним самолет заходит, коридоры такие, да? Вот. Может, это старый аэропорт. Вода.
за Лос-Анджелеса, хайвей вижу, да. Он у нас немножко поменьше. Хотя я не буду врать, может, я ошибаюсь. Какие-то бизнесы начались, да? Столько их. А все работа. Все работа. Большой фокус.